Я вижу его. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Ну, страшная конструкция внутри вышла вместе с тонкой копией. Конструкция. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Эльдара в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Эльдара поднимайся в комнаты диагностики. Пошел, пойдем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Эльдара, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он кивает, но у него внутри конструкция, череп полностью, шея, рука. Хорошо, я даю команду на счет три, эта конструкция полностью отключается. Один, два, три, и из всех семи тонких тел безболезненно выходит и отправляется в клетку-тюрьму. Да, будет так, и так и есть. Готово. Хорошо, еще раз. Эльдар, так лучше? Намного. Хорошо. Вы даете свое согласие? Даю. И я даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой Эльдара под ногами. Семь тонких тел Эльдара находит все. Арахноид, красный дракон, рептилоид. Ага. Сколько греев? Двое. Демон. Какой демон? Считается 15. 15 герцовый. Хорошо. Так, чья конструкция? Рептилоид с греями ваша? Да, их. А на что вы такую большую конструкцию поставили в человеке? Заковали его полностью туда? Грея в пульт руки показывает, что они могут подкручивать, увеличивать, уменьшать. И я спросил, зачем вы поставили эту конструкцию? Проэкспериментировать с волнами. И куда вы энергию девали? Куда вы ее отправляли? Эта конструкция работала на его энергии. Хорошо, будем разбираться по ходу работы. Как долго вы находились, рептилоид с Грэмми, в этом биополе? Подожди, они показывают вот эту конструкцию. Когда они включают, идут какие-то... волны от этого, от этой конструкции, но он как робот внутри, голова полностью, и она идет до самых ног у него, как такие нервные окончания в ней стянутся. И что эта конструкция вызывает? Вы нажали на кнопку, что она делает? Ну, это не показывает, идут от нее определенные волны, да, и они их подстраивают под биоробот, меньше, больше делает, и смотрят его состояние биоробота. А реакция какая была? Да, разная, смотря как они подкручивали. Ну, какие? Голову его сдавливало очень, если много делали, то есть как давление головное у него было. Обалдеть. Ну и на физический план, естественно, это влияло на биоробот. Боли были, да? Как долго вы находились? Боли и умертвление клеток. Даже умертвление клеток? Но клетки не выносили этого энергоудара. У вас что, нет вообще нигде какого-то понимания, когда пора остановиться? Ну, они останавливались, чтобы совсем не убить. То есть делали, уменьшали. Эксперимент был повысить. То есть повышали постоянно, чтобы увидеть реакцию. Да вы его убить могли. Биоробота. Но они не поднимали настолько, что... Ты сам сказал, что клетки отмирали. Если клетки отмирают, это ты уже какое-то делаешь такое воздействие? Что они отмирают. Ну, то есть, как только они видели, что клеткам становится... То есть, он показывает, что они лопаются. Они уменьшали. Он даже не понимает, о чем я. Сколько вы находились, рептилоид с Греем, в этом биополе? 7 лет. 7 лет, хорошо. 7 лет, но не было сразу такой... Воздействия. Воздействия такого нет. Пока они прижились, пока они установили, создали, вживили. И сколько лет активно работает эта установка? Более сколько 3-4. лет? 3-4. 3-4 года. 4 и 3. Хорошо, тогда будет Эльдар знать в этот промежуток времени, что у него начало когда-то болеть. Хорошо, переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Эльдара спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативность, что он мог получить от них, возвращается к ним. Отдельно выстраиваю канал конструкции 1, 2, 3. Пошел процесс. У него страх к этой конструкции, боль. Да, меня удивляет иногда Грей.
с рептилоидами. Хорошо, демон. Как долго ты находился? 15 Гц? 17 лет. 17 лет? У тебя есть контракт с ним? Да, контрактик подписал. Хорошо. Ты знаешь, почему мы здесь? Все сегодня будет расторгаться. Согласно его воле. Ты в курсе? Как это? Вы же знаете, что все, что подписано пером, не вырубить топором. А я тебе покажу, контракт как... Контракт сделан. Да, а я тебе покажу, как это сегодня расторгается. На твоем месте стоял однажды 68-герцовый князь тьмы и пытался то же самое мне рассказать. И даже нашел одного прапрапрадеда, который сидит у вас в аду, и тот начал уже с того света подписывать новые контракты. Все было расторгнуто, представляешь? 17 лет. Что же он тебя попросил? Он вообще знает о контракте с тобой? Знает. Эльдар, вы слышите то, что говорит демон? Я поставил в известность. Хорошо, а он слышал об этом? Эльдар, вы осознанно знаете о каком-то контракте с демоном? Не знаю, сон был давно. Демон, ты хочешь мне сказать, что ты во сне человек в иллюзии подошел? Ты что, стоял демоном перед ним? Ты стоял ярким светом? Нет. Все не так было. Ага, как было, расскажи. Во сне я его предупредил. А зашел я раньше. Страдал он. Пил. Любовная травма какая-то. Переживалась. Ослаблен был. Там мы и подружились. Ну и кем ты ему предстал в том, на тот момент? Собутыльником. Собутыльником. Так что, демон, ты знаешь о свободе выбора человека и право распоряжаться своими энергиями. Конечно, сегодня... меня он и выбрал. Ну вот, а мы сегодня это все, согласно его воле, будем расторгать. Я спрошу Эльдара. Эльдар, у вас есть контракт с этим демоном. Вы желаете его расторгнуть сегодня? Он говорит, что я не помню ничего такого. Да, любой контракт я расторгаю. Отлично. Демон, ты это слышал сейчас? Слышал. Посмотрим еще. Хорошо, посмотрим действительно еще. Здесь еще будет разговор дальше. Итак, мы ждем реверс. Конструкция вернулась. Реверс закончил. Все вернулось. Хорошо, установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Эльдар забирает все чистые, светлые, божественные энергии по праву. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли, до последнего микрона, возвращает Эльдар себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. И реверсом забирая из этой конструкции назад. 1, 2, 3. Пошел процесс. Реал возвращается с нее. Они как биороботы сделали, скрестили его. Так что сегодня будем... Возможно, даже и разбираться на более высоком уровне. Пусть дадут вам оценку коллеги. Если вы думаете, вы можете заниматься беспределом в матрице Земли, так я вас должен расстроить. Это совсем не так. И мне стоит сказать... Он говорит, мы скажем, как подлечить и восстановить организм. Это поздно уже. Я сам подлечу и восстановлю. Наполнить нужно жизненной энергией каждую клетку. Слушай, Грей, ты говоришь тому, кто каждый день этим занимается. Ты нанес урон человеку здоровью. Сегодня этот степень этого урона вместе с рептилоидом, который вы сделали, будет оценивать межгалактическая полиция. И если межгалактическая полиция примет решение, что вы перешли все границы, скорее всего, вас заберут. И вы очень долго не сможете больше войти в эту матрицу. А пока мы ждем окончания реверса. Здесь, знаешь, очень много дракон забирал. Хорошо, считай цифру красного дракона. Он говорит, обменивал 37-18. Ой, дракон, ты ничего не обменивал, ты чисто воровала, свою энергию всовывал ему, от которой его жарило. Ривер закончился. Сколько ты лет находился, красный дракон, в биополе? 3 года. Где стоят твои платы? Третий глаз? И еще где? Горло. Горло. Хорошо, арахноид. Где ты подцепился? В квартире? Или в помещении в другом? Нет, от кого-то перешел. Перешел. Понятно. Сколько ты находился в его биополе, арахноид? 5 лет и 7 месяцев. Подрос в нем. Хорошо. Ты присутствуешь в доме? Твое потомство есть в его квартире, где он живет? Да, есть. Кто еще присутствует? Потомства нет, паутина есть. Паутина есть. Кто еще присутствует в квартире Эльдара из присутствующих? Дракона из платы. И платы дракона есть. Понятно. Эльдар нам пока не давал
задание чистить его квартиру. Но если такой заказ поступит, через 10 минут я буду в этой квартире, вытащу красного дракона, вытащу арахноида, если я их там найду. Я когда второй раз встречаюсь с интерферентами, когда они не понимают, что им надо срочно куда-то уйти, уже реагирую совсем по-другому. С этим мы закончили. Начинаем тогда с арахноида. Реверс закончился, Вера? Закончился. Хорошо, начинаем тогда с вытаскивания, что оставили. Арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину. Он у него в голове такой купол свил себе. Это каша была в голове, или это боли были, или сдавливание? Как это отражалось? Кашей. Вот как паутина спутанная, вот так же у него путаница в голове была. То есть концентрация ноль, да? Концентрация еще помогала, конструкция. А, да, да. Хорошо, вытаскиваем все. Как ты влей? Да. Все закончил. Хорошо, красный дракон, выходи. Вытаскивай все свои платы, отключая их полностью. Возвращайся в клетку и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит, он по каналам сгорит. Я вас предупредил. Как эта плата в горле действовала, красный дракон? Жгла. У него и сердечная чакра. Еще и в сердечной чакре. Он как полыхает весь внутри от энергии дракона. Видите, Эльдар, сколько у вас незваных гостей? Дракон забрался. Хорошо, Грей, выходите, отключайте, вытаскивайте все, что еще не отключено. Приступайте. Если что-то забудете, пожалеете. Конструкцию-то, в принципе, все вынес из него. Но у них что-то на пальцах, они снимают много рук. Как датчики какие-то. Хорошо, я даю команду нашему сканеру просканировать эти датчики. В следующий раз в автоматическом режиме по команде их выводить. Сканер сканирует. Готово. Хорошо, отлично. Они тоже сняли. Хорошо. Демон, выходи, развязывай все, что ты там связал. Отключайся полностью. Где лярвы, демон, находится в биополе Эльдара? Скажи мне. Шея, спина. Это от конструкции? От боли, да. От боли, понятно. Ты хочешь меня спросить, отдам ли тебе эти лярвы? Хоть лярвы отдай. Отдам? Почему хоть? Еще много чего могу отдать. Контрактор срываешь, так хоть лярвы отдай. Ты понимаешь, я тебе объясню. Есть такие вещи, когда контракт заключен на обоюдной основе. Мы встречались с такими людьми, которые добровольно подписывают контракты с демоном, чуть ли не своей кровью, для того, чтобы они получили что-то из демонического мира. Ценой это будет то, что они уйдут вниз к вам. Но есть случаи, когда человек даже понятия не имеет об этом контракте. Я бы ни слова тебе не сказал, если бы контракт был подписан именно на этих условиях. Но ты подписал контракт обманом, чуть ли не водя его рукой, подписывая пальцем, понимаешь? И это будет сегодня будет расторгаться по его согласию. Все понятно, Дима? Сразу все понятно было, потому я и спокоен. Хорошо. Снял все он. Хорошо. Значит, где лярвы находятся? Объясни мне. Шея, позвоночник. Хорошо, разрешайте все лярвы забрать, ничего не забывая. Приступай. Не шея, вернее, плечи. Плечи, хорошо. На шейном позвоночнике перекресток вот этот. Старые они. Хорошо, демона зарядил он. Хорошо, поехали дальше. Все вытащили, переходим к рассинхронизации. Я даю команду на рассинхронизацию. 2, 3, пошла рассинхронизация до 100%. Он из... Драконом не рассинхронизируется. Там, по-моему, тоже контракт. Дракон, и ты контракт подписывал? Да, подписывал энергиями. Значит, у нас два... кто у нас еще не рассинхронизируется? Значит, демон не рассинхронизируется, так как у него контракт и красный дракон, да? Остальные, да, рассинхронизировались? Да. Хорошо, значит, мы тогда сейчас прямо перейдем к этому пункту. Он говорит, что мне с вами делать, отпустите меня, я устал уже от вас. Кто? Эльдар. От нас или от кого? Интерферентов. Эльдар, они уже стоят в клетке, нам надо вернуть все ваши энергии, понимаете, аннулировать все контракты. Сейчас мы закончим, заправим вас энергиями, тогда вы будете свободны.
Хорошо. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Эльдар должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Он готов это сделать? Выражаю. Я, говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я, вызывая все соглашения и договора. Выходят договора, активные подсвечиваются. У него есть эти два договора. Сразу первые они вышли. Отлично. Он готов с ними расстаться, аннулировать? Эльдар? Готов. Пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я. Я объявляю, что 2, 3. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Слушай, у него с драконом много идет, и это контракт вообще очень-очень старый. А что ты не рассказывал? Он пользовался энергией дракона в каких-то когда-то в прошлой жизни. Картинка идет, как монгольское такое лицо у него. Угу. И одежда, как металлическая, как-то шапочка с таким, да, вверх, вот, конусом. Да. Копья. Я вижу, да. Лошадь. И копье. Или что у него там копье, в руке. Копье, да, в руке. Хорошо. Так. Че, дракон, давно вы знакомы с ним? Он пользовался энергией дракона. Теперь мы пользуемся его энергией. Пользовались. Контракты расторгнуты. Итак, Вера, что у нас с контрактами? Вернулась к нему энергия. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И все контракты уходят на переработку. Аннулированы. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй. Все. На этом все ваши контракты закончились. Готово. Переходим, я даю команду на рассинхронизацию Эльдара с Красным Драконом и с Демоном. На счет 3, 1, 2, 3 пошла рассинхронизация до 100%. С таким скрежетом он с Драконом рассинхронизовался. Ну, врос уже за эти столетия. Ты представляешь, сколько лет это уже длится-то? Закончилось? Да. Хорошо. Включая внутренний белый свет Эльдару, и Эльдар на счет 3 выдавливает из всех своих 7 тонких тел все негативные и патогенные энергии на частотах интерферентов и их конструкции. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет выдавливает. Все негативные энергии, они формируются в шар перед Эльдаром. Шар намотался. Там боль, страх и энергия. Боль, страх, остаточная энергия открывается под шаром портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Он говорит, я и сам чувствую, легко так стало. Подождите, дальше будет лучше. Чисто. Будем, значит, тогда начинаем отпускать тех, кто... Кого можно отпускать? Арахноид, ты находишься с этой паутиной сейчас в квартире. Я тебя сейчас буду отпускать на твою чистоту. Я тебе просто рекомендую прийти по порталу и забрать всю свою паутину и уйти, пока порталы еще открыты. Из квартиры Эльдара. Потому что если мы второй раз встретимся или с тобой, или с паутиной, я все сожгу. Все понятно? Да, ему все понятно. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Красный Дракон, у тебя было основание для того, чтобы здесь находиться, я так понимаю. Поэтому я тебе то же самое говорю. Я тебя отпускаю на твою частоту. Ты соберешь. Ты мне сначала дашь слово Красного Дракона, что ты больше никогда не войдешь в ее биополе. Я жду. Даю слово. Хорошо. Потом ты придешь по каналам и заберешь все свои платы, которые ты установил в квартире. Я их вижу. После этого ты уйдешь сам на свою чистоту. И тогда я тебя не притяну, когда я приду чистить квартиру. Все понятно? Понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Красного Дракона. Красный Дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Есть. Хорошо, Демон, хочешь эмоциональные... Низкие вибрации в дорогу. Собираю. И выходит эмоциональный фантом Эльдара.
и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Злость, разрушенная им же сгенерированная, проецируется на эмоциональном фантоме. Да, вышло. Хорошо. Эльдар, вы готовы с этим расстаться? Да, готов. Хорошо. Формируется шар из этих энергий. Демон, забираешь? Забираю. Вот это и есть наше отличие. Ты по его согласию можешь все это вывести. Да. А я должен сидеть и подсасывать. У каждого... Ты по своей стороне улицы ходишь, я по своей стороне улицы хожу. Когда мы встречаемся, я думаю, можно договориться и решить некоторые проблемы. Проблемы никому не нужны, ни тебе, ни мне, ни Эльдару. Поэтому надо договариваться. Отправляй этот шар демону. Проблемы не нужны, энергии нужны. Им энергии нужны, да. Хорошо. Забирай эти энергии, они на твоей частоте. Угу. Хорошо. Это он так? Отпускай. Хорошо, открываем внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушай. Ли, посмотри, пожалуйста, тут какое-то действительно 7 лет, очень серьезная конструкция рептилоида с греями. Они даже как-то, ну, я не знаю, это этим пультом там постоянно человека вызывали страшнейшие боли, там даже клетки какие-то отмирали. Посмотри, это легитимно на этом уровне? Или... Экспериментаторы. Ну да, такие же. Заберем да. их. Хорошо, все греи. С конструкции все выбили? Да. Уничтожайте. Под конструкцией открывается портал в галактическое ядро, и конструкция уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Рептилоида и Греев забрали. Отлично. Все. Пишите письма. Воздействие на него сильное было. Да. Голова, плечи. Ну, это почти конструк... все тело. От конструкции, да. Ну ничего. Там разберутся. Куда они сейчас попали, они уже не скоро выйдут. Поехали дальше. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Эльдару и какая частота вибрации максимально комфортна для его биополя. 360 и 27. И 27. На счет 3 в макушку головы Эльдара начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 360% каждый. 1, 2, 3, потоки пошли. Наполняет, усиливает, все необходимые ему цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Он вообще пустой был, он даже как воздушный был. Часы энергии идут, и его тело начинает двигаться, шея шевелит, плечи расправляет. Эти энергии, они как масло для него. Отлично. Ну, отдельный поток еще идет, ступни заходит, поднимается вверх по тонким Отлично. Телам, наполняя его. Он будет работать внутри тонких да. тел. Отлично. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Вот этот поток, он с вибрациями работает. Готово. Но ему какая-то информация идет, что душа хочет говорить с ним. Душа хочет, чтобы он прислушался к себе и нашел, в каком месте она. И она подсказывает, что она как стержень может растекаться из одного места. Понятно. Мы передали эту информацию. Дорогие, готово. Камерка построится. Я поняла, почему это ему показали. Он, то есть, кроме физического тела, душе должен уделять внимание. Духовному развитию. Значит, этим потому надо... что душа — это он и есть. Так к тому идет информация. Хорошо, Эльдар, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Он говорит, я в полном шоке. Я такой наполненный разными цветами. Я раньше не замечал цвета. Сейчас понимаю, как они важны. Отлично.
У вас после таких интерферентов еще пару дней будет такая небольшая ломка, но в течение недели это все пройдет, энергия вам теперь поступает. Понаблюдайте, энергия сама все сделает. Хорошо, будем возвращать Эльдара назад в его систему биоробот, душа. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую купель Эльдара в систему биоробот, душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте.